Добрий вечір, шановна громада. Добрий вечір усім, хто по обидва боки телевізійних екранів приєднається зараз, вже приєднався до нашої програми «Контраргумент». Адже по четвергах о 19:30 на телеканалі «Миколаїв» ми завжди обов'язково обговорюємо найактуальніше, найцікавіше питання нашого життя. Обговорюємо обов'язково з дуже компетентними співрозмовниками. Сьогодні на студії взагалі аншлаг, такого ще не було ніколи. Адже сьогодні ми говоритимо про громадські об'єднання по охороні громадського порядку. І я впевнений, що сьогодні буде дуже гаряче, я впевнений, що сьогодні буде безліч дзвінків за телефоном 76-92-42, за яким ви зможете вже за півгодини після початку програми почати дзвонити і приєднуватися до нас тут у студії. На Фейсбуці є наша сторінка, є наша група «Контраргумент», є моя особиста сторінка Ярослав Індиков. Будь ласка, через ці наші сторінки також приєднуйтесь. Зараз на екрані ви бачите адресу нашого сайту, там іде і пряма трансляція, і трохи згодом ми викладемо запис цієї програми, як і усіх інших. Отже, справді буде цікаво. І перш ніж представити наших гостей, ми, як завжди, для початку подивимося сюжет, який досить стисло окреслить головну тему нашої програми. Будь ласка. Як засвідчує світовий досвід, здатність і бажання усвідомлювати, проголошувати та відстоювати свої індивідуальні інтереси і інтереси своєї громади – це передумова розвитку громадянського суспільства. На жаль, в Україні, незважаючи на зростання суспільної активності, в тому числі спричинене подіями на Майдані в листопаді-грудні 2013-2014 року, нам все ще далеко до громадянського суспільства. Хоча за формальними показниками кількість громадських організацій у нас співставна з європейською. У 2013 році був красномовний приклад того, як громадяни, об'єднавшись, можуть не просто змінювати життєвий простір навколо себе, а навіть диктувати владі свої вимоги. Акції протесту загалом – це найяскравіший приклад вияву громадянської активності, оскільки вимагає не лише свідомого рішення людини, але й готовності публічно висловити свою громадянську позицію. Однак часто лише одне публічне декларування тієї чи іншої проблеми не означає її вирішення. Для дієвого результату слід шукати законні важелі в правовому полі. А якщо такі не спрацьовують? Це ще одна з передумов зростання громадської активності. Незадоволення діяльністю чи бездіяльністю влади стає каталізатором громадських акцій. Однак не можна відкидати і негативні факти. Тітушки, активісти за гроші – це теж громадська активність зі знаком мінус. Не можна не згадати таке явище, як проплачені мітинги, масовка для роботи на день, публічна підтримка тих чи інших політичних сил, часто на небезкоштовній основі. Такі факти, які в епоху цифрових технологій стають відомими за лічені хвилини, все це часто підриває віру в саму ідею будь-якої громадської активності для якихось змін на краще. Все купується і все продається, скажуть скептики, і насправді складно їм заперечити. Отже, саме час представити наших гостей, і саме гостей ми будемо представляти, адже оскільки у нас надзвичайна кількість експертів, то кожен з них, починаючи приєднуватися до нашої дискусії, вже сам себе представлятиме. А зараз мій колега, мій співведучий Олександр Молодцов представить наших гостей. Будь ласка. Вітаю вас. Роман Возняк, начальник головного територіального управління юстиції у Миколаївській області. Доброго вечора. Анатолій Тріщук, начальник управління превентивної діяльності. Вітаю вас. Олександр Кондратєв, начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради. Запрошую до плідної дискусії. Шановні колеги, шановні експерти, прошу. Дякую. І перш ніж розпочати власну дискусію, як вже у нас склалося знову ж таки за традицією, я, звичайно, зараз надам по хвилині кожному з наших гостей, щоб окреслити те, що він вважає за найголовніше на початку нашої програми. Будь ласка, Роман Іванович, почнемо з вас. Добрий вечір. Так, Ярослав, ви знаєте, мені сподобалась перша телестрічка про розвиток і підстави дії громадських формувань.
Я хотів би сказати одне, що у нас сьогодні дійсно і на теренах Миколаївщини діють біля 2000 громадських об'єднань, які зареєстровані, встановлені законом порядок. Але ми всі, говорячи про громадське об'єднання, повинні пам'ятати, що передусім це добровільне об'єднання юридичних фізичних осіб, покликаних на захист своїх соціальних, економічних, там, культурних і інших цілей інтересів. Але ж, на жаль, в час, можливо, і ще низького рівня правової культури, ще низького рівня політичної культури. На жаль, у нас у всіх громадських організацій, в статутних завданнях, завдання за знаком «плюс». Жодного статуту не передбачено, там якісь насильницькі дії або негативні дії. У всіх позитивний захист прав в рамках закону. Але, на жаль, за відсутності високого рівня політичної культури ми є... І члени громадських формувань бувають таке, що вони стають не суб'єктами політики, як мистецтва керування державою, а об'єктами політичних технологій. І, мабуть, саме завдяки даним телепередачам ми повинні все-таки звернути увагу і до проблематики громадських організацій, як основної частини громадянського суспільства, як одної з частини рушівної сили до демократичних засад суспільства, але звернути увагу на те, що все-таки ми повинні діяти в рамках закону і виконувати статутні завдання. Ну, саме для того ми вас і запросили, щоб ви прокоментували протягом нашої дискусії, яка з організацій взагалі є закону, яка ні, і що є, що дозволяє закон тим чи іншим організаціям робити, принаймні, згідно з їх статутом, які зареєстровані у вас. Будь ласка, Анатолій Валерійович. Що б я хотів уточнити з попередньо сказаної промови, значить, дійсно, може, на території Миколаївської області існує близько 2000 громадських формувань, але тут повинні ми пам'ятати, що громадські формування є просто громадські об'єднання, а є громадські формування із охорони громадського порядку, тобто ті громадські формування, які співпрацюють з правоохоронними органами у напрямку забезпечення громадського порядку, виявлення, викриття правопорушень, злочинів і таке інше. І коментуючи той сюжет, який ми щойно передивилися з вами, хочу сказати, що громадські формування того часу, члени громадських формувань того часу, кардинально відрізняються від членів громадських формувань цього часу. І причин тут, на мою думку, декілька. По-перше, того часу громадські формування складалися з працівників підприємств. Всі майже працювали, ви знаєте, що безробіття не було такого, як зараз. І тому був певний стимул. Яка різниця громадянину стояти у станка, працювати, чи допомагати правоохоронній діяльності і отримувати ту ж саму заробітну платню? От. Якщо говорити про цей час, то сьогодні громадські формування існують сугубо за своєю власною ініціативою. І не зовсім зрозуміло інколи, на які фінанси вони існують. Розумієте, весь день займатися громадською діяльністю не зовсім вийде, прокормити свою сім'ю необхідно, якось забезпечити і себе в кінці кінців. Якщо так от. Дякую. Олександр Олександрович, будь ласка. Добрий вечір, уважаємі телезрителі, присутствуючі в студії. Я поправлю Анатолія Валерійовича, наверное, после писал, 2000 громадских формований у нас нет, у нас есть 2000 громадских организаций, а формование, они это единственные организации, которые по другому закону действуют, не по закону про громадские объединения, а по закону про участь громадян в охороне громадского порядка державного кордона. Это единственные организации, которые документируются удостоверениями члены этой организации, и которые дано право применения спецсредств, ну, естественно, взаимодействуют напрямую с полицией. Мы сейчас не рассматриваем державный кордон, потому что нам это не очень актуально. Сюжет, который был показан перед передачей, можно относиться по-разному, конечно, там больше было юмора, но в любое время всегда можно найти и хорошее, и плохое в любом. Вот. И это, так понимаю, была из Википедии взята справка. Это на момент 1984 года были даны цифры. Вот. Там единственное только не сказали, что в это время порядка 400 тысяч человек выходило на дежурство, и ежегодно от 5 и более тысяч преступников помогали задерживать
милиции дружинники. Правильно сказал Анатолий Валерьевич, что совершенно это другие люди. И сравнивать дружинника и члена формирования сегодняшнего абсолютно невозможно. Если продолжить линейку фильмов советских, я хотел привести пример «Москва слезам не верит», этот сюжет, значит, он как бы смешной на первый взгляд, мелочь, но он говорит о многом, потому что люди были более законопослушные, более совестливые, и если бы у нас были бы такие проблемы, как делать замечания, чтобы обнимать в общественном месте, мы бы жили бы очень замечательно. Сейчас, к сожалению, попробуйте пройти мимо стайки подростков, которые, в том числе и девочки, курят и громко разговаривают нецензурным речью, скажем так. Вы много о себе узнаете нового, если сделаете замечание. Поэтому никто замечания сейчас и не делает. Проблем очень много. Я просто не хочу тянуть на себя одеяло, выражаясь. Я, как говорится, для затравки заготовил немножко здесь теории. Может быть, и есть смысл об этом сказать, потому что мы всегда обычно обсуждаем по верхам, где эти дружинники, почему мы их не видим и так далее, почему у нас преступность. Да, очень хорошо рассуждать о преступности с дивана. У нас очень многие, все хотят, чтобы было хорошо, не знают как. Особо одаренные знают как, и с дивана нам советуют, но, к сожалению, это часто не вписывается в закон, либо нереально там выполнить. Вот. И самое главное, никто не хочет сам в этом участвовать. Вот. Мы сейчас никогда, как правило, не затрагиваем социальные основы той преступности, которая существует, а, как Анатолий Валерьевич правильно сказал, безработица – одна из них, очень важная причина, потому что, когда человек имеет возможность легально зарабатывать средства на существование, это одно. Когда он безработный, то это к чему ведет? К нелегальному заработку, вернее, добыванию денег. А это уже, естественно, ведет к преступности. У нас на сегодня практически нет трудовых коллективов крупных заводов, которые микрорайонами жили и формировали микроклимат в своем микрорайоне. У нас есть проблемы с воспитанием детей в семьях, а не только в семьях. Насчет микроклимата в районе, который формировали здоровые трудовые коллективы. Я помню, когда в начале 90-х были большие перебои с зарплатой на ЧСЗ, их зарплату выдавали это в среднем раз в полгода. Так вот, когда зарплату все-таки выдавали, то на намыве 3 дня шла беспробудная пьянка, туда страшно было зайти. Как, да, на, как в квартал Скидроу в Лос-Анджелесе. Это поэтому были традиции, естественно, выпить в получку и в аванс, это, от этого не уйти. Но я говорю, всегда были какие-то положительные и отрицательные моменты. Но коллектив, чем отличается от просто толпы, это люди, объединенные какой-то одной целью, одной работой. Ну, естественно, там какие-то вопросы было решать легче. Ну и самое главное, что на сегодня изменилось соотношение сил. Сегодня на одного работника полиции, бывшей милиции, сегодня полиции, естественно, приходится больше преступного элемента, чем это было там 10 или 20 лет назад. Учитывая, что на момент начала 2000-х годов сотрудников милиции было чуть ли не больше, чем военнослужащих в армии. На сегодня эта цифра гораздо меньше, реорганизация продолжается, количество уменьшается, и к чему это приведет, пока толком никто не знает. Изменилось общество, его отношение ко многим социальным процессам. Люди стали более жестокосердные, более равнодушные к чужим проблемам и бедам. Вот. И сейчас я скажу, что проблема с неадекватными соседями порой больше, чем где-то хулиганство на улице. Спасибо, Александр Александрович. Ну вот я хотел этот сюжет чуть попозже показать, однако мне кажется, что сейчас самое время. С одной стороны, да, действительно, трудно милиции и теперь уже и полиции. Огромный разгул самой разнообразной преступности, ну и надо как бы, чтобы кто-то помогал. И есть организации, которые помогают. Вопрос только в результативности этой помощи после того, как помощь оказана. Давайте посмотрим небольшую нарезку. Мы довольно активно снимали рейды кордона. У нас тут присутствуют представители этой организации. Давайте посмотрим этого формирования. Теперь уже мне уже научили правильно говорить. Давайте посмотрим сейчас небольшую нарезку, а потом поговорим о том, чем все это закончилось. Пожалуйста. Корабельний район. Напроти зупинки торговища на проспекті Жовтневий інформаційне табло «Стінами на пальне», повз яке невибагливому водієві важко проїхати. Не минають і активісти громадського формування «Кордон». Купують дизельне пальне на 100 гривень. На прохання видати чек здивований заправник відмовляє – чеків тут не видають. Просять хоча б показати документи, які обов'язково мають бути оформлені в куточку споживача. Чоловік виносить ксерокопію сертифікату відповідності на бензин. І більше ніяких документів. Хоча заливав диспальне. Кордонівці викликають правоохоронців.
Представники громадського формування «Кордон», самооборони Майдану Миколаєва та активісти громадської організації «Об'єднання правосвідомих громадян» виявили 3 нелегальних заклади з переконливою назвою «Національна лотерея», в яких надавались послуги з грального бізнесу. По інформації, яка у нас є, о тому, що та точка, яка на космосі, женщины, которые мы взяли 44 литра самогона. Так же самое здесь работают люди, у нее здесь продают водку нелегальную. И здесь же рядом Ленинский налоговая. Хочется навести порядок все-таки в городе. Я думаю, что так будет чище, лучше. И хотелось бы, чтобы народ все-таки проснулся и понял, что есть что-то, есть какая-то сила в городе, которая... Щоб у народу все-таки проснулось чувство, що можна куди-то обратитися і що на щось буде змінятися. Тому що якщо ми будемо мовчати, нічого змінятися не буде. Так, я хочу сказати, що на протязі останнього, наверное, може там полугода, місяця 8, що ми знімали ці сюжети, у мене мінялося відношення до происходящему не к тим, хто в цьому участвує, а к результативності їх діяльності. Тому що каждый раз, когда мы что-то показывали, казалось, ну вот теперь-то уж точно, ну хотя бы одну точку закрыли. А потом приглашаем различных представителей правоохранительных органов, разная ответственность, разные чины, разные звезды на погонах, разная, так сказать, зона ответственности. А все говорят, нет у нас метода против Кости Сапрыкина. Ну да, ну закрыли. А потом оштрафовали, они опять работают. На моей памяти ни один из рейдов, вот Сергей Мельниченко сидит, ни один из рейдов кордона не закончился искоренением заразы. Кто-то стал чуть-чуть беднее на полдня, пока решал вопросы. Ни одна точка не закрылась. Здесь вот по поводу, например, вот этой заправки, я помню, сидел у нас очень большой милицейский начальник, тогда еще милицейский, говорил, ну у нас нету способов с ними бороться. К сожалению, здесь нету Матвеевского леса. Вот я очень хотел, чтобы они пришли, но в любом случае, боюсь, им негде было бы сесть. Они тоже были частыми героями нашей передачи. Вот это вот единственное формирование на моей памяти, которое, просто поняв, что административные меры и прочее вообще не работают, они четко сосредоточились на поддержании порядка в этом самом своем Матвеевском лесу. И методами, скажем так, не слишком одобряемыми законом, но зато безупречно действенными, они все-таки навели порядок у себя там, настолько навели, что когда некий новоодесский предприниматель узнал, что к нему собираются привезти его мусор в Новую Одессу из Николаева, быстренько приехал и сам все убрал. Значит, работает, значит, методы есть. И значит, не все Кости Сапрыкины у нас могут рассказывать, что котелек, какой это котелек. А следовательно, у меня вопрос. Вот расскажите, пожалуйста, есть формирование, есть вроде закон, оружие им выдают, да, законно совершенно. А смысл в этом во всем? То есть вот какой результат от этой постоянной деятельности? Ходят они с вами, ходят они без вас, они вас вызывают, а ничем не заканчивается. Секундочку, пожалуйста, Вадим, давайте вот я хочу все-таки услышать от нашего гостя ответ, Анатолий Валерьевич. Возможно, вот вам есть что сказать по этому поводу, а там вот уже и подключаются наши эксперты. Пожалуйста. Да, я начинал свою трудовую деятельность в милиции тогда еще участковым инспектором, и у меня тоже, как и у каждого инспектора, были общественные формирования, члены общественных формирований. Вот у меня их было 8 человек, которые оказывали посильную помощь и очень такую результативную помощь во всех вопросах, касающихся выявления правонарушений и преступлений на территории района. И с самого первого дня их работы и вместе со мной, значит, я воспитывал в этих членах общественных формирований, не воспитывал даже, а формировал как бы желание, их желание в последующем, опять же, прийти и пополнить наши ряды. Одеть такую же форму, одеть такие же погоны и заниматься борьбой с преступностью уже более объемно. Понимаете? И скажу так, что из 8 этих человек, вот 4 человека действительно спустя там 2-3 года изъявили желание, поступили, учились, пришли и продолжили свою деятельность непосредственно уже в рядах милиции. Чего не скажешь об остальных 4. Вот. Если говорить о членах общественных формирований, которые работают сегодня, то мне абсолютно непонятно, вот кадры показали, действительно это существенная борьба с данного рода правонарушениями. Выявляем,
документируем, вызываем милицию, приезжает группа, возбуждают уголовные дела, а потом, как вы сказали, эти дела канули в воду. Но у меня вопрос сразу же, может быть, представителям этого же общественного формирования. На этапе сейчас реорганизации органов милиции в полицию, у каждого из них была возможность прийти и бороться с этим на законных основаниях, чтобы не пинать и не говорить, вот смотрите, милиция, полиция, они ничего не делают, а мы вот общественное формирование, мы с этим боремся. Ну придите на законных основаниях, боритесь, добивайте эти уголовные дела до конца. Анатолий Ильич, вот сидит Валентин Иванович Красильев, человек, которого безмерно уважаю. Мы с ним познакомились, когда он был начальником Николаевского СИЗО. Ну, может быть, я неправильно называю вашу должность, но, в общем, были главным в Николаевском СИЗО. И я познакомился с ним, когда, будучи тележурналистом, записывал материал, интервью. Ну, там как бы был такой репортаж, но в том числе там было его интервью. Вот он сказал замечательную фразу. Говорит, нам сюда периодически привозят на экскурсию старшеклассников. Вот они походят, посмотрят по камерам, говорят, и вы знаете, у меня блестящая фотографическая просто память. Вот из тех, кто приходил и смотрел, ни одного я здесь второй раз не видел. Так вот, мне кажется, что, возможно, те вот дружинники, которые ходили рядом с вами и видели все ваше бессилие, они понимают, вот как вот те, кто ходил туда, не надо туда попадать. Смысла нету. Какая разница, я надену форму. И я буду, имея 3 звезды, я буду обязан слушать хамство от того, у кого 4 звезды. Просто потому, что он начальник, и, соответственно, я дурак. Он будет приходить на место, а потом будут звонить важные люди и говорить, мальчик, ты меня достал, тебя слишком много, я сейчас позвоню, тебя здесь не будет. И вопросы будут решаться. Скажите, зачем к вам приходить, если вы сами говорите, вызывают милицию, приходят, милицию, да, официальных, да, представителей власти, вот вызывают общественники, а милиция ничего сделать не может. Так что, пойти к вам для того, чтобы испытывать тоже бессилие, только при этом скрежетать зубами и понимать, что теперь ты в форме и обязан всем? Пожалуйста, Вадим Зуган. Алексей, я вижу сейчас слово, да, пожалуйста. Зрители, гости, эксперты. Значит, я бы хотел немного апеллировать о том, что общественность не, ну, как бы ничего не может. У нас был аналогичный случай пересечения космонавтов и проспект Октябрьский. Тоже была там незаконная точка. Значит, мы ее снесли, из, по-моему, с 8-го раза, да? Господин Трещук, мы приходили к вам, обсуждали этот вопрос, когда он не решался. Мы просто сказали, что мы завтра приезжаем и сносим его. Значит, на 8-й раз появился хозяин, который хотел забрать, увезти, там Ленинская администрация приехала. И этот, мы, скажем, четко поставили свои позиции о том, что мы как бы не собираемся ездить, а действительно обстановка была такая, когда милиция приезжала, опечатывала, изымала, увозила, и через 2 дня это все опять появлялось. И самое интересное, такая как бы как страна дураков. Кто хозяин? Не знаем. А на кого писать протокол? На продавца. Ну, написали на продавца. А когда приехали мы сносить этот киоск, появился тот человек, который был все время замом, а здесь он стал хозяином. И нам звонят с Ленинской администрации и говорят, вот приехал хозяин, он заберет киоск. Мы говорим, нет, он его не заберет, он же зам, мы его заберем. То есть мы подогнали эвакуатор, манипулятор, сорвали его с места, загрузили и увезли. Да, эта процедура очень сложная. Я считаю, что если бы была выработана сама концепция, как это делать, то есть вы приезжаете, стоит незаконная точка, вы заходите, документы есть внутри, дозвол, разрешение, потому что там же не только, скажем так, торговое место, там свет подключенный, который воруют в облэнерго, а те потом говорят, у нас убытки, давайте людям повышать тарифы. То есть вы должны приехать, законных оснований нет, документов нет, вы должны ехать сразу с эвакуатором или манипулятором, поднимать и увозить, а потом пусть они в суде доказывают законность, почему он там стоял, кто хозяин его, кто нет. Но опять же, это должна быть, скажем так, целая стратегия, которая должна работать, и люди, которые не просто там пришли, поговорили, ушли, они дальше занимаются. Да, надо системно 10 раз ездить, 20 раз ездить, показывать людям, что, что власть есть, она может навести порядок. Просто как бы подходить нужно системно. Спасибо. Алексей Кочубей, потом Сергей Мельниченко. Я бы хотел коротко дополнить.
что закон не только дает членам общественных формирований право на использование спецсредств, но также и обязывает их при осуществлении своей деятельности иметь при себе удостоверение и повязку у установленного образца. Не знаю, в Омске, может быть, бабушки-дружинницы и носят повязки, но на улицах нашего города лично я никого в повязках не видел. Впрочем, как не видел их и в последнем сюжете. Спасибо. Сергей Мельниченко. Просто сказать к тому, что мы показываем о том, что вот оно есть. Просто сотрудники милиции, полиции новые, просто не хотят. Они просто не видят этого. По Намыву, то, что мы по заправкам работали, на сегодняшний момент все закрытые заправки. Они сейчас не работают. Ну, у нас есть одна заправочка, по которой сейчас подняли уже по депутатам, подняли вопрос. Думаю, что он скоро уже закроется. Он уже эти заправки закрыты вашими силами или все-таки силами милиции? Совместно. Ну, то есть тогда я вынужден принести извинения Анатолию Валерьевичу за свои глобальные обобщения. Видите, все-таки есть, оказывается, моменты. Не одним магом, это ж опять же, это постоянно тыкаем, ходим, тыкаем, пишем бумаги. Это ж... Спасибо, пожалуйста, представьтесь, потому что вас я еще не выучил. Добрый день, Онищенко Игорь Алексеевич, главный специалист отдела взаимодействия с правоохранительными органами горосполкома. Значит, я хочу, во-первых, сказать, что громадские формирования без сотрудников милиции, полиции в городе работать не имеют права. И действия, которые... Я очень поддерживаю громадское формирование «Кордон» за их неактивную деятельность, но иногда их активная деятельность превышает законодательство Украины. Интересно. Когда они входят... Слишком активно они входят, делают, когда особенно я с Сергеем Ивановичем говорил, когда делая закупка наркотических, я понимаю, что наркотиков надо искоренять, но когда делается без сотрудника полиции закупка наркотиков или не документируется факт, когда это уже совсем другие, вот, когда все другие формирования тоже участвуют, так же как громадское формирование «Кордон» в этих мероприятиях, но это очень длительный процесс. Значит, есть сигнал о том, что где-то происходит незаконная, допустим, торговля или спиртными, или наркотиками, или есть специально создается группа, которая документирует эти факты присутствии членов громадских формований. Этот процесс делается неоднократная закупка, и после этого уже фактически с фактажом закрывается эта точка с возбуждением уголовного дела против этого предпринимателя, который делал незаконное действие. Спасибо. Пожалуйста, сейчас здесь есть желающие, и я вас вижу. Да. Добрый день, Александр Лисенко, заместитель главы управления Альянса демократичного правового руху. Со своей стороны, могу сказать, что громадские формирования борются, скорее всего, что не с причиной, с проблемой, а с последствиями. А причина в этом очень простая, это коррупция. Потому как точки не будут работать, если они не будут крышеваться со стороны правоохранительной системы. Потому как тот, кто торгует, понимает, что если его завтра не прикрывают, и к нему придут люди, выльют это все содержимое и конфискуют, составят на него протоколы, либо отправят в суд. Возможно, получит срок, возможно, получит штраф, это на усмотрение суда. Но мы имеем причину, то, что все незаконные торговли нефтепродуктами, самогоном, наркотиками и прочим является основной причиной, является коррупция. Укрытие со стороны правоохранительной системы, с которой нужно бороться не во-первых. Спасибо. Пока Александр идет Максиму Красику, я скажу, что буквально вот за 5 минут до передачи узнал, что уже 4 уголовных дела за превышение полномочий по новой полиции в прокуратуре имеют место. Так что, в общем, я так понимаю, вывеску мы, конечно, меняем, но, вероятно, все-таки изменения произойдут не так быстро, как нам бы этого хотелось. Максим Красюк, пожалуйста. Да, здравствуйте. Я удивлен видеть здесь, скажем так, многих гостей. Это громадское формирование «Захист», тот же «Альянс», который недавно, вы, наверное, все видели, буквально... Ой, слышали. Мы сейчас об этом поговорим отдельно. О, отлично. По поводу громадских формирований я хочу сказать, что наша организация в свое время, это именно год назад, которая состоит из числа адвокатов, да, собрала и провела, предложила, скажем, услуги провести правовое обучение на предмет того, чтобы громадские формирования, скажем, были более компетентны, знали свои права и обязанности, знали, как общаться с людьми, представлять. Проявили активность, скажем так, немногие, ну, около 6-7 организаций, среди которых был действительно и «Кордон», и «Захист». Я поддерживал активно, скажем так, больше сторон на тот момент организации «Захист». Но впоследствии, скажем так, наша потребность в правовой помощи более возникала у
громадского формования «Кордон», которая сталкивалась, то есть проявила активную позицию и хотела работать. Естественно, опасность возникает какого рода? Правильно Демальянс, или как правильно там называется? Да, сказала, что коррупция имеет место быть. Ну и схемы, с которыми мы боремся, вернее «Кордон» являются, скажем так, коррумпированы. Поэтому врага здесь два. Непосредственно люди, которые незаконно зарабатывают денежные средства, а второе, это правоохранительные органы, которые пытаются нас дискредитировать, «Кордон», и убрать их с рынка путем возможных фальсификаций, возбуждения уголовных дел, заведения... Это оговорка по Фрейду, да, убрать вас с рынка услуг. Мы сейчас поговорим об этом, Максим. Давайте послушаем сначала нашего зрителя, а потом у меня есть что сказать по поводу рынка услуг, который вы успешно уже 2 недели делите с Захистом. Давайте послушаем. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Да, пожалуйста. Добрый день, студия. Здравствуйте. Добрый день всем приветствующим. Добрый день, студия. Добрый день всем приветствующим. Моя фамилия Чкайло, зовут меня Александр Игоревич. Я являюсь главой управления Альянса демократично-правого руху. Я сожалею, что не присутствовал на моей студии, нахожусь в Киеве, но я контролирую данный процесс, и он меня глубоко беспокоит. Я хочу задать господину Красюку вопрос, который является представителем юриста, либо организации, я понимаю, он адвокат, коллеги. Скажите, господин Красюк, пожалуйста, вы понимаете о том, что понятие ГФ сегодня есть де-факто? Де-факто по одной простой причине, что закон о милиции отменен. В законе о полиции еще не прописали, и до конца февраля это решение не приняли. Ваши подразделения на каких основаниях действуют? Согласно чего? Вы к полиции относитесь? Кто вы вообще есть? Я хочу ответить за себя. Я так понимаю, поезжайте в Киев и спросите, кем был Паниковский до революции. Спасибо, Александр. Давайте мы посмотрим. Я полагаю, что здесь достаточно представителей Захиста, которые тоже смогут. Сейчас мы давайте посмотрим сюжет, а после него как бы нам будет гораздо проще отвечать на очевидные вопросы. Сюжет о том, что происходило в последнее время в торгово-промышленной палате. Пожалуйста. У недавніх пертурбаціях в Миколаївській регіональній торгово-промисловій палаті, зараз саму ситуацію в РТПП я залишу поза увагою, брали участь і представники громадських формувань з єдиною, здавалося б, метою – забезпечення правопорядку. Тим не менше, тихо не вийшло. Ці події стали темою для широкого обговорення в місцевих ЗМІ. Пізніше фігуранти у справі переобрання керівництва РТПП дали своє бачення подій і тому, на яких умовах там була залучена громадськість. Чому я був вимушений пригласити громадську організацію, маючу право ношення оружия, маючу право забезпечувати комплекс по безпечності як лично людей, так і мероприятий. Это связано с тем, что на протяжении последней недели вход в торгово-промышленную палату блокируется и контролируется общественной организацией «Кордон», а также общественной организацией ОПГ. В связи с тем, что люди не представляются на мое требование о том, кто они такие, на каких основаниях находятся в торгово-промышленной палате, в связи с тем, что органы правопорядка не смогли установить их личности и не смогли обеспечить, мною было принято решение о проведении мероприятия вместе с общественной организацией, имеющей функции охраны и поддержания порядка. Это крик души. Вы меня извините, сразу могу эмоционально выступать. То, что произошло в прошлый четверг, это цинизм высшей степени, наглость, и это просто бандитизм. То, что произошло на работе, когда работает 90% женского безоружного коллектива, и в коллектив летает непонятно кто, экипированный по полной программе, как сказали люди, знающие волонтеры, которые поставляют помощь нашим солдатам в АТО, они сказали, что вот эти вот бандиты были экипированы гораздо лучше, чем наши ребята в АТО. А потом выясняется, что вот эта самая бригада, которая влетела во главе с Власенко, она еще и содержится на наши бюджетные деньги. То есть мы отчисляем на них деньги для того, чтобы они приходили, залетали к нам в наше рабочее время и совершали то, что они совершили. Когда раздалась там потасовка, стрельба и так далее, мы стали просто авангардом и начали задавать вопросы, кто вы? Откройте лица, вы в масках, мы безоружные женщины, стоим перед вами. Сергій Власенко стверджував, що участь залучених громадських формувань з його боку у тих подіях була безоплатною.
Это было на бесплатной основе. Работа общественного комитета торгово-промышленной палаты является на бесплатной основе. В том числе приглашение общественной организации, которая АДПР, также была на бесплатной основе в соответствии с моим заявлением и с моим членством в этой организации. Вчорашнє зібрання членів Миколаївської РТПП проходило під наглядом активістів громадського формування «Кордон» і цього разу пройшло без різких рухів. З огляду на те, що в студії є очевидці тих подій, вам слово. Прежде чем предоставить, как было обещано, слово, я хочу сказать, что не правда ли красноречивое название у одной из общественных организаций, ОПГ, да? То есть я вспоминаю, лет 10 назад был популярен анекдот о том, что Центризбирком отказал в регистрации партии под названием «Порядок и законность. Демократический единый центр» ввиду неблагозвучности аббревиатуры. Как я понимаю, сейчас, в общем-то, подобные вопросы не стоят перед регистрирующими органами. Организация с названием ОПГ вполне имеет право на существование на поле защиты общественных интересов. У меня только вот несколько вопросов, которые, к сожалению, не были достаточно ясно артикулированы в этом сюжете. Я надеюсь, что сейчас вы мне на них ответите. Я наблюдал за развитием событий в РТПП, и вот что меня удивило. Есть решение суда, с которым приходит Власенко. Он приходит, не суть, в данном случае вот мы берем ту ситуацию, в которой он пришел с решением суда. Видим, что вход в РТПП блокирует кордон. Вопрос, почему вы сюда пришли? Нас люди пригласили. Чего они вас пригласили? Ну вот они не согласны с решением суда. То есть вы пришли для того, чтобы воспрепятствовать Власенко реализовать решение суда? Вопрос с той стороны. А что Власенко пришел с какими-то мордоворотами? Причем этот вопрос задается из-за спин таких же мордоворотов, которые не пускают Власенко. Власенко говорит, ну так, а вот типа я пришел, чтобы меня лицо не набили. Нет, подождите, давайте все-таки договорим. Значит, спрашивают у милиции, при мне Кобе звонят, что такое? Да ну вот там вот они помогают, обратились к ним, да вообще на свадьбе, сейчас разберемся. Едут, разбираются, действительно приезжает полиция, вроде как приезжает моя съемочная группа, разбираются. Потом следующая история. Ну как-то там адвокат выстрелил в воздух из пистолета. Адвокат стреляет из пистолета, как-то вот, ну что, нормально? Ну и он там, знаете, вот, стрелял из пистолета. Но зато, господа, пожалуйста, но зато милиция задержала 5 человек с пистолетами. Помолчите, пожалуйста. Милиция задержала 5 человек с пистолетами. Нигде не написано, что либо тот пистолет, из которого стрелял адвокат, с каких дел, хотелось бы знать, не те пистолеты, которые были у, как я понимаю, представителей захиста, были незаконными. Кстати, законными были пистолеты у чаусовских стрелков, тоже все абсолютно были нормально зарегистрированы. Но нигде не сказано, что пистолеты там или там были не зарегистрированы. Однако подчеркнуто, там, ну да, где-то адвокат выстрелил, его разоружили люди с пистолетами, которых задержали. Так вот объясните мне, пожалуйста, вроде бы и там, да, вот этот самый рынок услуг, о котором вы, Максим, красноречиво сказали. Я хочу понять, что вообще происходит и почему такие двойные стандарты. Вот теперь, пожалуйста, отвечайте. Давайте, господа, вы тоже получите возможность. Давайте начнем по порядку с вопроса, который задавал Александр, который, в принципе, был непонятен, да? ОПГ, организация, расшифровывается объединение правосведомых громадян. Нет, я понимаю, что, в общем-то, наверное, у него есть какая-то благозвучная аббревиатура. Мы поняли формат этой как бы позиции, то есть отстоять интересы там захиста партии, которые, по сути, являются преступниками, есть уголовные дела. Мы не голословно говорим. У нас есть потерпевшие. Есть уголовные дела. Есть Шохла, активиста Шохла, который признан потерпевшим. В лицо кто ударил? Голод, Виталий. А, по жизни потерпевшим. Понятно. Объединение правосведомых громадян названа была организация не случайно, ни в коем разе не с целью отождествляться с ОПГ. У нас все адвокаты, поверьте, грамотные люди, каждый понимает слово. А с той целью, что правосознательность граждан, в принципе, начинается с изучения закона. И не надо забывать, надо про эти, скажем, аббревиатуру ОПГ. Тем более, она не была никогда официальной. Это просто народе была придумана организованная преступная группа. Но в юридической литературе, ни в одном законе такой аббревиатуры нет. Поэтому ничего здесь противоправного. То есть вы решили ее узаконить? Скажем так, менять надо мировоззрение людей. С этого и начинается правосознание. Отходить от этого надо. Это касаемо нашей организации. Второе.
Никакого активного участия, как был там Власенко заявил, не принимала наша организация, кроме как юридической, скажем так, поддержки, опять же таки я сообщал в формате, которую мы готовы оказывать любым формированием. Не, подождите, подождите, давайте по очереди, люди там, да, вечер уже давно перестал быть томным, давайте будем по очереди излагать ваши точки зрения. Максим, продолжайте, пожалуйста. Вот, да, мы оказывали просто юридическую помощь. Когда возникали острые ситуации и обращали Сергея, что происходит нападение, происходит физическое насилие, скажем так, в отношении, в частности, случай в РТТП, общественная организация, вдумайтесь, у нее есть статут, забегает в полной экипировке, как будто вернулись с зоны АТО. Туда, где работают действительно женщины. А есть закон, запрещающий ходить в полной экипировке? С масками, да, и с оружием. Без предохранения. Подождите, зарегистрированным оружием. Адвокат с зарегистрированным оружием, стреляющий в потолок. Сейчас. У тех пистолеты не стреляли. Давайте послушаем. Подождите. Подождите, давайте это послушаем зрителя и продолжим. Это не грамматика была формулирована. Послушаем зрителя, пожалуйста. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо телеканалу, во-первых, Николай, за то, что у вас очень... Хорошая сегодня студия, хорошие люди у вас, ну, очень экспертные, да. У меня вопрос. Ну, вот знаете, вы говорите про точки, да, вот. Ну, вот, ну, все же знают, какие точки, да, там, все, и милиция знает. Но они же их прикрывают, понимаете. Ну, все же, там, если на Колосе у нас, знаете, рынок, ну, кто ж не знает, Николаевский рынок наш Колос. Ходят, если бабки продают, тот же самогон там, а если что, и похуже чего. Ну, а что, милиция, вы думаете, ну, полиция, да, не знают это все. Спасибо. Ну, мы об этом уже говорили. Я вам скажу, что каждый раз, когда я хожу пешком по Потемкинской, между Гражданской и Инженерной, вовсю работает точка. Круглосуточно. Не заметить ее невозможно, там весь квартал просто вот так вот ходит кругами вокруг нее. И ничего нормально никому не мешает, пожалуйста. Я хочу дать информацию по поводу, я был там присутствовал, вот Сергей Иванович был, это вот было 5 человек задержанных, Главное управление национальной полиции Николаевской области. Дам справку, информацию. Во-первых, у них не было ни травматического оружия, у них было 2 пистолета пневматических, правильно? Остальные были без оружия. Теперь справку по поводу принадлежности их громадским формированиям. Я лично проверил эту всю информацию, могу вам официально дать информацию. Из 5 задержанных членов, 4 вообще никогда не были никакими членами формирований города Николаева, а 1 был бывший представитель громадского формирования «Кордон», который был уволен в 2015 году в июне месяце. Вот это вам справка. Сейчас. Просто что на видео, есть видео, там где был захист, там где повар Дещенко заходил вместе с... Так, пожалуйста, Александр Александрович, пожалуйста. Меня очень интересует позиция как раз официальных представителей, которые здесь, потому что вы-то будете до бесконечности выяснять, кто кому Рабинович. Я бы все-таки хотел услышать, что думают по этому поводу официальные представители власти. Спасибо. Пожалуйста. Я в самом начале передачи хотел сказать, что проблемы преступности настолько глубокие и серьезные, чтобы из них делать развлекательное шоу не хотелось бы. И хотел предостеречь от провокационных вопросов каких-то, может быть, кто-то их заготовил, чтобы их не было на передаче. Мы поговорили обстоятельно о действительно насущных проблемах, которые здравомыслящих людей города волнуют. То есть вы сказали, значит, что сейчас мы обсуждаем не серьезные проблемы? Нет, серьезные проблемы. Значит, в чем здесь нюанс? Вот судя по ролику, там прозвучали такие фразы. Громадское формирование, люди, имеющие право носить оружие, и... Мы тратим бюджетные деньги. Вот 3 посыла. Нас смотрят люди, и чтобы не создалось впечатление, ведь мы сейчас не говорим о работе других формирований, которые действительно работают. А мы сейчас сосредоточились на конфликте в палате. Как Игорь Алексеевич сказал, мы разбирались по этому вопросу. И там нету такого конфликта, как 2 или 3 громадских формирования, нанятые кем-то, сошлись между собой. Значит, там из формирования присутствовал «Кордон». Непонятно, по какой причине он там находился, потому что... Причине бумагу я принес. Я вас не перебивал. Значит, смотрите, когда нам пишут какие-то жалобы или обращаются, всегда нам указывают на статью 19 Конституции, что мы должны действовать в законный способ. Мы пытаемся, и действуем в законный способ. Я тогда не понимаю, почему другие субъекты не действуют в законный способ. Ведь по закону про участь громадян в охране громадского порядка ясно написано, что только совместно с полицией по их планам и по их указаниям может работать громадское формирование. Значит, на тот момент там находились, если был
Дзуган, например, находился, но он там был не как член формирования Захерска, а как член торгово-промышленной палаты, у него есть на это удостоверение и право. Что касается... Нормально, дальше. Я вообще против того, чтобы этот конфликт поднимали в городе как борьбу каких-то формирований. Что касается пистолетов злосчастных, которые постоянно, как притча во языцах, все с оружием. Я вам хочу сказать, что опять же, судя по закону, вот его почему-то никто не апеллирует, есть статья, для чего нужно спецсредство. Оно применяется только лишь при исполнении служебных обязанностей. По большому счету, это спецсредство не должно выноситься из дома. И ходить с ним на борту в ресторан, в бар или на улице, или просто, как и говорят, я для самообороны, это неправильно. Только в присутствии работника милиции, только при угрозе жизни, либо здоровью, имуществу и так далее. Вот. Что касается бюджетных денег, мы не тратим бюджетные деньги на громадские формирования. Поэтому вот эти крики, что за наши деньги нас же убивают, это абсолютно неправильно. Мы не тратим абсолютно ни на какое формирование денег. А это как красиво звучит? Звучит очень красиво. У нас есть по этому поводу городская программа, в которой маленькая сумма. Я скажу, что на некоторые программы у нас по 300 и более миллионов тратится. У нас тратится на год 600 тысяч на финансовую поддержку пунктов охраны громадского порядка, где идет работа по приему населения, жалоб, заявлений. Просто люди приходят осветить какую-то свою проблему. Вот. Вот именно на эти цели мы небольшую сумму ежегодно тратится. И все, никаких формирований мы не поддержим, даже на какие-то ценные порядки. Сейчас, пожалуйста, Алексей Ильич, давайте потом я хочу все-таки услышать, потому что, как бы там ни было, безусловно, у вас тоже будет возможность высказаться. Сергей, Максим, но очень важно, чтобы и вторая сторона прозвучала. На следующий день после вот этих всех событий я пригласил к себе в горосполком, пригласил руководителя громадского формирования «Захис», «Кордон» и представители охранной фирмы, которые осуществляли охрану. Для того, чтобы представили документы, на основании чего, кто находился в это время там. Принес документы Мельниченко Сергей Иванович о том, что он по служебной необходимости находился в торгово-промышленной. Принес Дзюгань Вадим, который находился тоже по служебной. И я просил, были там представители охранной фирмы, которые находились там. Они рассказали со своей точки зрения события, которые там происходили. По большому счету, столкновения, как вот пытается нам представить громадское формирование «Кордон» и «Захист», как такового не было. Был представитель громадского формирования «Кордон», который является представителем торгово-промышленной палаты, и представитель «Захиста», который тоже находился на работе, потому что ни для кого не секрет, что это же общественная организация. Люди, как правильно говорил, должны зарабатывать деньги. Они зарабатывают деньги, находясь на работе. И получилось так, что на одном рабочем месте получилось представители нескольких формирований. Так, пожалуйста, вот там у нас еще не говорили. Пожалуйста, Сейчас, да, пожалуйста, говорите. Только представьтесь, пожалуйста. Глава Казанской Рады, Щербаку Сергей Константинович. Я бы хотел бы акцентировать внимание, у нас сейчас пошел разговор именно с уклоном формирования. А в самой передаче мы говорили о чем? Существуют общественные организации. Чтобы заниматься, останавливать вот эти точки, помогать милиции, не нужно быть членом формирования. Это может выполнять любой гражданин. Член формирования, правильно, это то действие, где мы взаимодействуем с милицией и совместно уже по плану работаем. Поэтому у нас путаница идет в том, что люди, которые сейчас находятся в формированиях, они тоже являются общественниками. Поэтому получается серьезная путаница. То есть, где он может действовать как общественник, где он может действовать как формирование. И поэтому здесь бы не хотелось бы делать пятно на формирование, потому что у нас действительно много людей, находящихся в формировании, которые выполняют каждый день трудную работу понятыми, помогают участковым, то есть это плановая работа. И где есть такие мероприятия, как человека-общественника. Поэтому вот это я хотел бы просто акцентировать на этом внимание. Потому что у нас сейчас пошел разговор о том, что идет... Спасибо. Я хотел бы... Спасибо за то, что задали правильное направление, потому что я еще раз хочу сказать. Я думаю, что у Сергея Мельниченко есть сомнения в том, насколько уважительно мы относимся к «Кордону». По-моему, регулярное присутствие наших групп на ваших рейдах дает внятный ответ на этот вопрос. Сейчас, Владимир. Правильно. Так вот я о чем говорю. Меня в данном случае интересует ситуация, при которой, в общем-то, вполне заслуживающее уважения формирование
вдруг попадают в двусмысленную ситуацию. И я думаю, что здешняя возможность, если только Максим не будет считать, что передача приготовлена именно для того, чтобы он здесь солировал. Если мы здесь действительно будем вести диалог, то я думаю, что, в общем-то, очень многие вопросы, которые возникают у зрителей, которые я здесь транслирую, мы на них получим здесь ответ. Причем нормальный, конструктивный, а не путем того, кто кого перекричит. Подождите, пожалуйста, у нас есть звонок зрителя. Говорите, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Намыл Владимир Владимирович. Вот слушая вашу эту передачу о пистолетах, и я хочу немножко в разрез. А нужен нам закон о принятии, о правильном ношении оружия? Вот это вот. Мы же перестреляемся все вот это вот. Не только вверх, а друг у друга. Вот я против вот этого. Я бывший дружинник в Лесках. Я в заводе работал, знаю это. И повязку мне всегда носили. Ну, вникали. Были у меня дела, и там был такой Бехташян, может, кто-то помнит, вот, которого посадили в тюрьму, да, должны были посадить в красную зону, посадили, что он сержант, мент, вот, и взяли его в Зековскую зону, его там убили, а присвоили ему 10 лет. Вот так. Спасибо, до свидания. Спасибо. Спасибо, Владимир. Секундочку, сейчас, Владислав Александрович, пожалуйста. Я по поводу, правильно был задан вопрос, а нужен ли нам этот закон. Я считаю, что этот закон действительно преждевременный в наших условиях, потому что нам нельзя накладывать чей-то опыт, скажем, Соединенных Штатов Америки или там, развитых европейских стран на нашу ситуацию, потому что для этого закона нужна подготовленность общества в том плане, что мы должны быть законопослушными гражданами в первую очередь, потому что к чему это может привести? Если взять, к примеру, ту же Америку, там существует к этому пистолету, который владеет, опять же, огнестрельному, не спецсредством, существует закон, к примеру, о частной собственности. Если человек, преступник к нему на территорию двора, там дома проникает, то он имеет право его, скажем, застрелить, и ему ничего за это не будет. Представьте эту ситуацию у нас. Я пригласил своего недоброжелателя попить чаю, застрелил и вынес из дома и сказал, что он ко мне рвался с топором. Это так и будет, скорее всего, потому что у нас это... Вы замечательные рецепты подсказываете. Так, Владимир Рудниченко, пожалуйста, и потом Сергей Мельниченко. Добрый вечер. Ну давайте, пожалуйста, я так понимаю, что вы вместе. Добрый вечер, студия. Хорошо, получается, давайте. Был вопрос, на каком основании, к примеру, я находился в торгово-промышленной палате. Так, Владимир, я только прошу, давайте не вдаваться в подробности, кто там лично на каком основании находился, мы все-таки говорим о более глобальных вещах. Да, я очень быстро. То есть это было рабочее время, я заходил туда по служебным делам и наблюдал дважды картину, когда человека не допускают на рабочее место, то есть у которого был пакет документов. Я не буду вдаваться в какую-то полемику, кто прав, кто не прав, но если у человека есть пакет документов, он должен беспрепятственно зайти, другая сторона должна предоставить такой же пакет документов, и с юристами они должны были все хорошо, это... Хорошо, Лера, спасибо. Вадим Зюган, пожалуйста, потому что мы уходим в частности. Тут непосредственно ваш адрес была реплика, и Сергей, пожалуйста. Я вкратце, по поводу я бы хотел, там, если есть уголовные дела, пусть там предоставят это. Значит, как была ситуация, я вкратце расскажу, 5 минут, торгово-промышленной палаты. Пригласил нас туда Котвалюк, когда у него был конфликт с Ласенко. Как общественной организации помочь, поддержать трудовой коллектив и разобраться в сюжете. На этом мероприятии мы познакомились с Власенко. Власенко предоставил со своей стороны документы, решения судов, как его, скажем так, отодвинули некорректно во времена партии регионов, Круглова, то есть а-ля патриоты, непонятно кого там защищают. Мы создали комитет общественной безопасности по торгово-промышленной палате, то есть мы получили приглашение от Власенко, будучи в тот момент решения суда и в реестре как президент палаты. Я передаю вам в студию, чтобы вы могли ознакомиться, договор и вытяг. По поводу того, что фальшивое, это не фальшивое, значит, вот договор с торгово-промышленной палатой, вот есть квитанция об оплате членских взносов. Буквально недавно они пытались нас оттуда, скажем так, некорректно уволить и подали заявление в суд господарский в обладминистрации. Значит, мы пришли туда, написали заявление о том, что мы не получали никаких документов, чтобы нас можно было уволить с торгово-промышленной палаты. И суд перенесли на 25 число. То есть 25 числа мы выступаем как третья сторона.
Спасибо, Вадим. Еще маленькую ремарочку. Сейчас заканчиваем, мы заканчиваем с темой. Почему происходит, вот Мельниченко говорит, я предоставил документы. Да, он предоставил со 2 февраля. А вопрос, почему нас блокировали на проведение в Александровском в сентябре месяце, вы там. Причем, чтобы вы понимали, вообще... Сотрудниками милиции. Подождите. Да не надо, не надо, это уже потом было. Так, пожалуйста, базар не устраиваем. Значит, какая ситуация? Сейчас мы заканчиваем эту тему и переходим к следующему вопросу. Все, Вадим, спасибо. Я позволю себе удалиться, поскольку формат программы не соответствует... Не соответствует вашему представлению о ней. Хорошо. Избавьте вас от вашего допущенного присутствия. Когда начинают показывать документы... Так, хорошо, все, мы закончили. Поскольку одна сторона конфликта удалилась, мы не можем сейчас обсуждать в ее отсутствие. Мне жаль, я, честно говоря, рассчитывал, что мы все-таки сможем понять, что происходит в том случае, когда два общественных формирования начинают работать на двух заказчиков. Но, к сожалению, поскольку одна сторона нас покинула, ну, видимо, не получится разговора на эту тему. Может быть, это и лучше, потому что, в конечном итоге, мы всю передачу посвятили исключительно этому вопросу. А тема гораздо шире, глубже и интереснее. Чисто судебный вопрос. Я понимаю, что это вопрос судебный. Я все-таки хотел бы закончить просто свою мысль. Как я понимаю, очень много всевозможных зацепок, да, там, кто-то вроде на работе. Ну, он с одной стороны общественник, а с другой стороны он вот формированец. Вот он вроде бы как бы помогает, а вроде бы просто рядом стоит и смотрит. Подождите, Вадим, пожалуйста. И в конечном итоге, при всем при том, что мне жаль, что Сергей ушел, потому что на самом-то деле они действительно делают хорошее и полезное дело, я серьезно их уважаю, это искренне. Но вот оказались они в такой двусмысленной ситуации. И сейчас получается, что люди, которые смотрят на это, они тоже пожимают плечами и говорят, непонятно вообще, чем они занимаются. То есть, как бы каждый может себе вызвать частную армию и решить свои вопросы. Я понимаю, что когда обращаются в государственную службу охраны, то до тех пор, пока они не увидят все документы, подтверждающие правоту того, кто к ним обратился, они просто, не знаю, со стула не поднимутся. Здесь... Ну вот нас попросили, мы тут пришли и помогли. Поэтому я все-таки хочу вернуться опять к законной части, да, и прояснить, где на самом деле лежит граница возможностей этих самых общественных формирований, кто может что-то делать, кто не может, где законно, где незаконно. Потому что пока что мы видим какое-то, объяснение своего произвола или там объяснение своих интересов. Как вот в данном случае мы видим, в общем-то, некими интересами общественной пользы. Пожалуйста, давайте вы, а потом к вам. Значит, давайте, во-первых, начнем с того, что у нас есть в городе 13 громадских формирований с охраной громадского порядка. Значит, чтобы вы знали, с 2002 года было у нас всего 4 громадских формирования, потом 5, 6, и на фоне последних событий, 14-го года революции Гидности, у нас с народной самообороной, которая была на блокпостах, на Майдане, организовала 4 громадских формирования. Это были представители кордона, это представители сидят бастиона, СКИФ и народная самооборона Тросиненко. Вот это 4 громадских формирования, которые возникли на базе. Все громадские формирования должны работать в городе только с представителями полиции. Вот никогда, нигде они самостоятельно не могут работать. Запрещено законом работать без полиции. Так, посмотрите, получается удивительная история, да? Вот кордон в РТПП присутствовал без полиции. Ну, они просто присутствовали не как кордон, а как члены организации. И поэтому вроде все нормально. Нет, они не досказали. Не, ну вы же сказали, нет, правильно? Я не досказал то, что, мы не можем поставить в строй, допустим, громадские формирования. Вы должны стоять, все люди, 99% этих людей работают. А в свободное от работы время... Оказывают помощь на рынке услуг. Нет, на рынке. Не на рынке услуг. Не, ну, если полиция у нас работает на рынке услуг, значит мы оказываем на этом рынке оказываем помощь за обеспечение громадского порядка на рынке услуг полиции. Вот. И то, что вы, может быть, многие не знают, что какую вообще силу, какую оказывает. Мы подводили итоги, в январе месяце в горосполкоме подводили итоги работы громадских формирований за 2015 год. И по данным нашего Главного управления национальной полиции, более 500 преступлений было раскрыто с помощью громадских формирований. И более 1000 человек было задержано за административные проступки именно с помощью громадских формирований. Это цифра официальная.
Вот. Помимо того, может, Валентин Иванович, который вы вспоминали здесь, может рассказать работу, которую ведут громадские формирования с теми, вот в том плоскости большей работы Валентина Ивановича. Ну, я все жду, когда Валентин Иванович обозначит свою готовность, да, говорить. Я думаю, что он готов, подойдите к нему, он расскажет еще определенный... направление работы громадских формирований. Я ему передаю слово. Отлично, спасибо. Может, все-таки давайте сначала Анатолию Валерьевичу послушаем. Я думаю, что все было сказано. Хорошо, тогда, Сан Саныч, у вас тоже пока нечего сказать, да? Я могу пару слов добавить. Давайте добавим, потом... Потому что Сергей Иванович, вот он сейчас ушел, да, и почему-то кричал, что это неправда. Я вот с собой взял изменения к закону последний. Про участь громадян. Конкретно написано в 10 статье, что члены формирования имеют право брать и участие в обеспечении охраны громадского порядка разом с полицейскими, а в сельской местности самостоятельно, потому что в сельской местности не везде есть милиционер на селе, там разрешается выполнять делегованные полномочия. Вас не считают Николаев городом. Валентин Иванович, пожалуйста. Добрый вечер. Я хотел бы сказать несколько слов о работе общественного формирования «Сокол», потому что я возглавляю его, и одно из направлений, которое, может быть, нам ближе, и мы им больше занимаемся, это работа с ранее судимыми, с условно-досрочно освобожденными, с условниками и так далее, вот с этой категории. К слову, хочу сказать, что в 2015 году вот по Украине было освобождено из мест лишения свободы более 21 тысячи осужденных. Разной категории. И вы понимаете, что эти люди возвращаются в социум. Опять же, к нам возвращаются. Но с ними, по большому счету, ну, почти никто не занимается. Если он не обозначает сам эту проблему. Или сам потом где-то не влез. Конкретнее по Николаевской области. У нас в прошлом году освободилось из мест лишения свободы. И вернулись к нам 700 человек за год. Казалось бы, небольшая цифра. 700 человек на область. Но... Из них из 700, 400 вернулись в Николаев. Это тоже категория. А ведь там это же и бывшие воры, и бывшие рецидивисты. Ну, весь букет, который сегодня есть. Та же наша 82-я колония, которая содержит сегодня порядка 600 человек. Большинство из них за тяжкие статьи. И они возвращаются куда? Они возвращаются к нам же в город. И когда у него появляется проблема, он не может трудоустроиться, а сегодня большинство, он не может получить паспорт. У него проблемы с семьей, потому что жена не дождалась, ушла, невесты еще нет, проблема есть. И на этом фоне у него появляются, ну, естественно, свои проблемы. Вот такая категория обращается на опорные пункты, чтобы вы знали. Вот, что говорят, опорные пункты — это так, это просто зря там люди сидят. Вот те же участковые. В чем проблема сегодня? В том, что участковые сегодня нестабильно работают. Ну, говорят, год-полтора, а кто 2-5 работает, это уже старик участковый. И ему, естественно, охватить тот объем сложно. А вот такой, как представитель формирования, как правило, это бывшие работники милиции, а еще, если точнее, это бывшие участковые, досконально знают и районы свои, и тот элемент, который приходит. И можно, естественно, адресно оказывать помощь и, говорят, и поддерживать, и профилактировать эту категорию. И то, что говорят о формировании, что они там зря деньги получают за эту 1200 гривен, которые платят это начальнику опорного пункта, это не членам формирования, это он вокруг себя уже сбивает коллектив, который работает, активисты, которые помощники участковых, которые действительно приходят и дежурят на опорном пункте, которые выходят на охрану общественного порядка. Но сейчас не выходим, уже сегодня, по-видимому, время такое настало, нет необходимости. Сегодня полиция уже патрулирует по городам, ну и надобность в этом несколько отпало. Но есть в другом надобность. Сегодня те же протоколы идти к коммунальной службе в центральном районе, женщине составлять протокол где-то по какому-то предприятию. Что она выслушивает? Вплоть до физического насилия. Когда стоит с ней представитель формирования, совсем по-другому человек разговаривает.
Это тоже одно из направлений нашей деятельности. Спасибо, Валентин Иванович. Молодой человек, только представьтесь, пожалуйста. Начальник штаба охраны общественного порядка Ленинского района Голод Виталий Владимирович. Я буду краток. Мне очень приятно, что мы сегодня все собрались здесь. Всем могу посмотреть открыто неприятно, глаза. Ну, кому некогда. Я не хочу даже своих коллег ни в коем случае никак обсуждать. Все, что там у них там наболело, они могли сказать в лицо. Мне очень приятно сегодня наша встреча. Просто некоторые забываются, что есть такие, были такие созданы формирования 4 с 2002 года в каждом районе. Сегодня у нас прибавилось формирование, ну, например, касаемо Спаса, коллеги, Бастион, это ребята, которые, например, мы их видим. И сейчас касаемо финансирования, которое там пытается нам постоянно упречь в программу, я наоборот хотел бы сказать, а не хотели бы, товарищи депутаты, увеличить? Для чего? Для того, чтобы такие ребята, которые плечо о плечо с нами, они бы с нами вместе были. Потому что если думают, что нам выделяют деньги, и мы какие-то откаты даем, милости просим на прием граждан и увидите, чем мы занимаемся. Мы всегда открыты. Опорные пункты у нас для того и созданы, чтобы мы показывали, общались с людьми. После определенных роликов, сюжетов там, люди приходят, нам обращаются. Мы им помогаем во всех каких-то возможностях. Контактируем с полицией, хотя сейчас им сложно, я их понимаю, как никто. Потому что и мы в такой же ситуации, потому что мы постоянно работаем вместе с ними. На самом деле нужно не, как тут наши коллеги, закидывать там кости куда-то в кувшин. Нужно сесть и конкретно определиться. Давайте как-то делать безопасный нас город. Я молодой отец. Каждый хочет, чтобы дети, семьи, бабушки, дедушки были защищены в то сложное время, которое сейчас есть. Я еще являюсь, помимо этого, главой благотворительного фонда «Защита Отчизны». Периодически бываю со своими коллегами в зоне АТО. Поэтому, когда приезжаешь оттуда и смотришь, заходишь в ночной клуб и понимаешь, а для кого наши ребята там воюют? Раньше, когда была первая, и что они там делают? Когда была первая волна, понятно, все что-то давали, носили и все остальное. Каждый, кто там, например, хочет что-то сказать, например, всегда может сказать открыто в глаза. Но на сегодняшний день у нас город, вчера я был в Херсоне, под границей. Там тоже очень сложный вариант. Все ждали сюжета, который происходил в Киеве, да, касаемо там всех этих вопросов. И люди говорят, мы, например, боимся даже дома свои, ну, в селах, где там уже, извиняюсь за выражение, бабушки и дедушки остались, боимся уже крыши перекрывать, потому что сказали, что вроде будут бомбить. Я говорю, вы откуда знаете? Ну вот, большое скопление войск, спасибо. И все остальное. Хорошо, спасибо. Вот есть вопрос, пожалуйста, ну, комментарий, пожалуйста. Пожалуйста, представляйтесь, да. Руководитель общественного формирования «Спас» Кутержинский Максим. Наше формирование, как и большинство, ну уже большинство формирований, было зарегистрировано в 2014 году. Все знают, что это были нелегкие времена, и времени на раскачку нужны мы, не нужны, у нас не было. Мы просто стали на помощь, и не одно наше формирование, на помощь милиции и помогали в охране правопорядка, на площадях, на митингах, на всех массовых мероприятиях. Потом приобщили к этой, ну, активно вошли мы во взаимодействие с правоохранительными органами в направлении борьбы с коррупцией. Осуществляем помощь правоохранительным органам в документировании и выявлении фактов, ну, резонансных преступлений, в том числе и фактов взяток. Что хочу сказать по институту вообще громадских формований. Это важный институт, и его надо только развивать. Надо искать новые формы взаимодействия общественности с органами местной власти, с правоохранительными органами. По вопросу произвола, да, как вот поднимался, общество у нас сделало огромный шаг вперед, гражданское общество, я имею в виду, и оно не приемлет фактов вот таких, вот такой произвола. Давайте такой. Я вас разочарую. Пока, сейчас, секундочку. Была у нас передача по поводу того, как господин Блажко, известный общественный деятель, решил вот продемонстрировать свое отношение к неприятному ему человеку. Сделал это публично, под камеры. И тогда я, в общем-то, ставил вопрос о том, что, господа, вот даже страшно не то, что, ну вот, ну это действительно это мерзко, это как-то гадко, но это касается как бы его одного. Мерзко то, что, и что симптоматично, что масса народу в Фейсбуке стала это дело лайкать и говорить, правильно, классно.
Мы это обсуждали здесь, была очень такая неоднозначная дискуссия, но что самое интересное, что потом один из, так сказать, сторонников подобного рода действий, господин Рябченко, известный своей неуемной активностью на ниве сейчас так называемого медактивизма, об этом еще отдельно поговорим, он, кстати, фигурировал в РТПП там на тех кадрах. Разместил такой пост. Вот нас тут Индиков записывает нас в маргиналы. Подождите, подождите. Это все детские забавы, пока мы тут кому-то пендали пиндосом раздаем и зеленкой обливаем тех, кого считаем нужным. Еще, ну, как-то там что-то такое было сказано, я не помню точно. Ну, во всяком случае, терминология была очень похожа, не ручаюсь за точность цитаты. Смысл был в другом. Подождите, подождите, вы нас доведете, мы скоро начнем создавать расстрельные тройки. Мне бы этого не хотелось, но вы нас сами к этому толкаете. Кто считает, кто со мной согласен, лайкайте. А сюжет этот мы показывали как раз после того, как в, помните, на заседании Кабмина этот самый, да господи, Поросюк ударил ногой по голове СБУшника. Да, и значит, давайте лайкайте, кто со мной согласен. Слушайте, огромное количество совершенно удивительных для меня, казалось бы, вполне здравомыслящих людей. Комментарии типа того, что «А, так это и Поросюк тоже маргинал, ну вы дождетесь». То есть, на самом деле, вот это вот и вот ваши слова о том, что у нас тут народ против беспредела и правовое сознание граждан выросло, я думаю, несколько идеалистичны, потому что почитайте, как люди реагируют на подобные вещи. Очень хорошо себя чувствуют. Секундочку, вы два дня подождите, я сейчас дам вам слово. Да. Большинство людей нормальные люди, и любой нормальный человек не приемлет такого произвола и насилия в мирной Украине, да, скажем так. Закончу я мысль по формированиям, что немаловажным имеет значение соблюдение законности. Если формирование не соблюдает законность, то и правоохранительные органы, и органы местной власти должны принимать, мне кажется, решительные меры на то, чтобы не допустить таких нарушений. Так, пожалуйста, короткий комментарий вот здесь, но тут часть людей, которые вообще не говорили, пожалуйста. Я скажу короткий комментарий. Значит, ни одно массовое мероприятие, которое проводится в городе Николаеве, не проходит без участи громадских формований. Значит, есть Главное управление национальной полиции. Очень жалко, что сократили у нас городское управление, которое мы очень тесно работали, и большая работа была проведена. Ни одно проходит, значит, обращается городское управление национальной полиции на то, что будет проводиться мероприятие, просим оказать помощь, сохранить и обзванию громадские формования, которые соглашаются или не соглашаются принять участие в следующих мероприятиях, и мы обеспечим по программе, по плану полиции, обеспечим мероприятие по охране общественного порядка до того или иного. Спасибо. Вадим Зуган, сейчас, секундочку, Виктор, я вас вижу. Вадим Зуган, ты уже извелся, руку тянет. Я бы хотел сказать, что почему происходит такая ситуация, потому что есть общественные формирования, которые начали работать там 20 или 30 лет назад, они прошли какие-то определенные ступени, затрагивали, я вот взял немножко краткий этот, то есть вопросы, которые мы поднимали, защита национальных заповедников, бродячие собаки, то есть общежитие, это системные вопросы, которые мы приглашали экспертов, делали круглые столы, на ТАК-ТВ выезжали на этот. А те формирования, которые появились в постмайдановском этом, есть нормальные люди, которые приходят и говорят: ребята, вы уже давно, как бы, давайте вместе подскажем, кому там мы даем опорный пункт, чтобы занимался. А есть такие, которые, они, вот, кордона нет, не хотелось бы за них говорить, да, но они приходят и говорят: а почему вы на разводе с полицией? Да, полиция, продажные все, мы там будем сами всем заниматься, мы такие вот герои. И начинается что в интернете? Эти плохие, вот сегодня, да, возбуждены уголовные дела на них, там, они там поделали документы, они там еще что, кроме визга, да, вот определенно ничего так, нет. Вадим, у нас нету никакого второй стороны, поэтому не получится. Романович, у меня к вам короткий вопрос. Тут несколько перечислялось формирование, да, громадских формирований. Скажите, захист у вас тоже зарегистрирован? Я бы хотел подарить 30 лет назад, вернее, мы в прошлом году отметили 30-летие кёкушинка и карате. 30 лет назад наши бойцы поднимали флаг Украины в Европе, в мире, а, например, тоже Красюк, он только родился в это время. Ну, я думаю, что вы 30 лет назад вряд ли тоже поднимали этот флаг. Однако... Почему? Мне уже 46. Ну, серьезно, хорошо, пожалуйста. Я хотел бы еще... Хорошо, сохранились. Спорт, здорово, здорово.
остановиться на таком моменте. Значит, вот Вадим затронул там 20-30 лет назад. Некоторые эти времена не застали и не помнят. Я смотрел, опять же, историю создания ДНД и кто чем занимался. Ну, как в ролике в начале передачи было показано, где и при ком эти дружины и штабы состояли. Как правило, это были при крупных предприятиях, при жилищных конторах работали, в том числе дружинники, и курировали их либо комсомол, либо партия, либо предприятия, организации. Сами понимаете, что в то время в обеспечении такого движения проблем особых не было. Поэтому были и помещения, и мебель, и все необходимое. Вот сейчас все упало на местный бюджет. Значит, мы забываем, что люди, которые работают сегодня в общественном формировании, это энтузиасты своего дела, ну, те, кто действительно работает, которые работают за бесплатно. Я вспоминаю мнение одного человека, который мне сказал, говорит, я с подозрением отношусь к людям, которые бесплатно вечером от жены уходят на улицу охранять общественный порядок. Нечем заняться, что ли? Да. Вот. Поэтому, понимаете, есть проблемы, которые надо решать, но, к сожалению, ни законодательство, ни карман нас бюджетный не позволяет эти проблемы на сегодня решать. А проблемы, они в законе там оговорены, например, нам разрешается проводить страхование членов формирования на случай их инвалидности, либо смерти, не дай бог, значит, разрешается, допустим, поощрять там ценными подарками и прочее, но в то же время в законе... Ну, так, да, именным оружием, именным оружием, это есть такой прикол в армии, именным оружием награждают ветеранов вооруженных сил, чтобы не забывал, как его зовут, когда доставая пистолет, почитал, как это там написано. Значит, да, есть, но, я говорю, в то же время, вот закон вышел с изменениями в 2015 году, хотелось бы много нового туда внести, но никто не советуется с низами. Вот опять нам спустили этот закон, в котором есть такие архаизмы, как... Это формы поощрения члена формирования. Давать ему дополнительный отпуск, допустим, если он работает на предприятии. У нас таких практически нет. Или там направлять в санаторий. Ну, это хороший уже да, давным-давно это не существует. Спасибо, Александр Александрович. Так, послушаем звонок зрителя. Говорите, пожалуйста, сейчас, Виктор, я вас вижу. Вам надо же хоть раз что-нибудь сказать. Вы так живо участвуете мимически, что вам надо вербально подключиться. Послушаем, пожалуйста, зрителя. Да, здравствуйте. Ольга Николаевна. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Вы знаете, я очень внимательно слушаю вашу передачу, она мне очень близка. И я хочу маленькую сделать ремарку по поводу того, что вот у нас сидят представители власти, которые рассказывают о том, как не нужны или нужны некоторые громадские формирования, как у нас левые, правые точки стоят. Вы знаете, я уже, будучи в своем положении, и у мэра была, и у депутатов была, и вот мой крик души о том, что у нас очень много ребят, героев сегодня, инвалиды, на костылях, на колясках. Государство о них забыло абсолютно. Мы с вами поднимали эту тему на День инвалидов по поводу пантусов, по поводу перилок. И вот мне все рассказывают о том, что денег у нас нет, бюджет пустой. А когда я мимо проезжаю левых заправок, и у меня документы лежат в прокуратуре, которые в городе заправки приносят минимум в год 10 миллионов гривен. У меня в прокуратуре лежат документы, что коррупционные схемы в маршрутках 52 миллиона в год. Я уже не считаю эти левые генделыки, эти парковки и так далее. Значит, сидят у нас представители и говорят, вот, идите в милицию. На меня нападение. Я вызываю милицию. Я прождала полтора часа полицию нашу, милицию, пока не приехало громадское формирование и не защитило меня. Так скажите, мои дорогие господа, милиция не работает, прокуратура не работает. Вы мне рассказываете о том, что денег у нас в бюджете нет, а у вас деньги под носом. И приезжают ребята реально с кордона. И вызываю я милицию, вызываю кордон изначально. Стоит на Херсонском шоссе возле бывшего оптового рынка. Бензовоз. С бензовоза кабель брошен на провода и торгует во всем бензином. Там именно один пандус построенный.
Понимаете, я звоню в исполком. Ольга Николаевна, давайте закругляться. Давайте, я просто хочу сказать о том, что когда у нас будут крышевать исполкомы, милиции, прокуратуры, всех этих дельцов, то тогда будет создано женское громадское формирование, которое будет приходить и этих дельцов на месте мочить. По-другому выхода нет. Спасибо. То есть, я так понимаю, вы готовы вступить в расстрельную тройку, лично приводить приговоры в исполнение. Ольга Николаевна, спасибо. Виктор Сюрченко, пожалуйста, потом Ентин. Владислав, да, пожалуйста. Да, шановна громада, добрий день. Сюрченко Віктор Ніколаєвич, громадське об'єднання ветеранів, учасників АТО, я замголови спілки. Та хотів сказати, я рад участвувати в даній передачі. Все це і шановна публіка, і експерти, і гості кажуть, правильна річ. Тільки одне, в нас Конституцію передбачено. Україна – це демократична держава. А якщо Україна – демократична держава, то вона повинна нормальна, сильна демократія спирається на що? Спирається на нормальні силові органи. Це і воєнні, збройні сили, і поліція. Як би поліція не казала, якщо буде робити на повні 100% поліція, тоді надобність у цих громадських організаціях не буде відсутня. Чому? Єдиний приклад – Соєднані Штати Сполучених Америки. Нема в них поняття громадських об'єднань. Там є єдиний представник громадських об'єднань – це шериф, це перше. Друге – це профсоюзи, профспілки, які в часи Аль Капоне контролювала мафія, потім зараз контролюють громаду. Так. Тому хочу сказати, що б ви тут не казали, що б ми тут не балакали, коли запрацює нормальна поліція, нам не треба ніякі дружинники, вибачте, омські, приводити примери, приклади тут агресорів. Ой, простите, пожалуйста, это мы показали первый канал. Не ужас. Надо, нельзя. Не надо. Все, все. У нас все украинское. Все, теперь когда, Виктор, когда я буду теперь что-то делать, я буду обязательно спрашивать у вас разрешение. Спасибо. Дякую. Владислав Ентин, пожалуйста. У меня добрый вечер, студия. У меня два, даже может три ответа на те вопросы или обвинения были людей. По поводу того, что сегодня кто-то работает незаконно. Начнем первое. Заправки. У нас на сегодняшний день не принято городским советом зонирование города Николаева. Поэтому до сегодняшнего дня у нас отводы земли, если многие не знают, то я вам скажу, земля на сегодняшний день не отводится. Она идет только вся через аукцион. Система аукциона практически не была правильно прописана. А если и даже и проводить аукцион, городским бюджетом не было, скажем так, в бюджете эта статья профинансирована. То есть у нас сегодня землю не отводят. Поэтому у нас сегодня есть и будки, есть и заправки, есть много чего стоит незаконного на земле, и сегодня никто не может ничего сделать. Только там, где иски подает горосполком, выигрывает о нахождении на земельном участке незаконных строительств. То есть по решению суда исполнительная служба сносит. Это первое. Второе. Что касается финансирования общественных формирований, здесь сидят представители горосполкома по работе с органами внутренних дел, с громадскими формованиями, то они были у нас на комиссии, и мы единогласно с депутатами подтвердили о том, что мы готовы больше той суммы, которую они заявили на 2016 год, а эта сумма была порядка 800, да, тысяч гривен? 860 тысяч гривен. 670. То есть такое количество опорных пунктов, такое количество общественных организаций, содержание, это просто, ну, это капля в море. Мы сегодня тратим гораздо больше денег на то, что не нужно тратить. И наша позиция была такая, чтобы доработать эту программу, указать туда реальные цифры. Пусть это будет миллион, два, три, даже может быть пять, но это будут деньги, понятно, куда направлены. Это будут действительно опорные пункты, это будут, да, целевые деньги. О том, что будет подготовлена программа,
экипировка. Мы тем самым сегодня фактически создадим муниципальную милицию, полицию, либо сегодня уже дадим толчок к тому, что она уже нужна в городе. И сегодня тот беспредел, который сегодня происходит, и на фоне общественных многих организаций, которые сегодня себе действительно позволяют и много говорить, и много делать, с этой вакханалией нужно уже заканчивать. Спасибо, Вадик. Пожалуйста, вот короткий комментарий, потом сюда, здесь совсем еще ни разу не говорившие люди. Пожалуйста. Мы не остановились. Хочу маленький вопрос, во-первых, по программе, который Вадим поднял. Владислав поднял. Значит, первое. Вот представитель АТО поговорил. У нас более 100 представителей громадских формуланий сейчас находятся в зоне АТО. К сожалению, есть 5 уже погибших в городе Николаеве. Поэтому вечная им память. Вот. И второе, программа «Правопорядок». Да, мы сейчас до 31 марта, программа «Правопорядок», которая действует в городе, была принята. И после 31 марта вместе с Главным управлением национальной полиции разработана у нас методика. Было определено 8 формирований, которые наиболее подготовленных могут принимать участие. 4 формирования отказалось принимать участие, вернее 3 отказалось, одно вот, представителей СПАСа в тестовом режиме подключается к этой программе «Правопорядок». Вот, определено 32 опорных пункта. Определено четко, какие задачи будут выполнять громадские формулирования, поэтому программа «Правопорядок» действительно в прозрачной полностью плоскости. Вот 26 числа будет исполком, эта программа будет вынесена на исполком. Спасибо большое, Вадим Дзугань, и потом Бастион у нас еще не разговаривал. Я бы хотел сказать, немножко ответить на вопрос о том, что даже если заработает полиция, общественные формирования не нужны будут. То есть общественные формирования нужны будут всегда, и они будут всегда востребованы по одной простой причине, что когда объединяется общественность, фундамент строится снизу вверх, а не назначение с Киева там, или с Донецка, как мы видели. И как раз отсутствие общественных формирований в Крыму и в Донецке повлекло за собой такие, скажем, последствия. И благодаря общественным формированиям, патриотам города, мы смогли отстоять этот город, потому что мы организовались. Самоорганизовались. И вопрос муниципальной полиции, больше, наверное, муниципальная варта, потому что в первом чтении принят законопроект о формировании и создании муниципальной варты на базе формирований по охране общественного порядка. То есть это бы могло положить конец этим спорам, дебатам, это было бы все урегулировано, когда человек получает зарплату, форму и на постоянной основе выходит на работу. Потому что общественник, он сегодня здесь, завтра там, и постоянное, скажем, передвижение. Сегодня с этими, а завтра с теми. Да, и постоянное передвижение, оно ограничивает, скажем, четкость выполнения каких-то мероприятий городских. Спасибо. Слово Бастиону, потому что вы еще ни разу сегодня у нас не звучали. Пожалуйста, Андрей Ермолаев, да? Или кто? Да. Добрый вечер, Андрей Ермолаев, общественное формирование «Бастион». В принципе, я категорически против участия общественных формирований в каких-то конфликтах хозяйствующих субъектов. Этим должны заниматься специальные государственные органы, решать эти конфликты. И если у кого-то из сторон есть какое-то решение суда, какие-то документы, мне кажется, этим должна заниматься, опять же, определенная государством структура, исполнительная служба. Среди гостей есть человек из управления юстиции. Я думаю, что он, наверное, подтвердит это, что все споры у нас решаются в законодательном порядке, и исполнительная служба должна оценить документы, решение суда и принимать решения, а не общественные формирования сталкиваться между собой. Спасибо. Спасибо. Роман Иванович, прокомментируйте. Поддерживаю. Поставим на голосование. Хорошо, тогда насчет общественных формирований. Я тут упоминал о медицинской общественности, медактивистах. У нас была целая передача об этом. Я не стану утверждать, нет у меня таких фактов, что эти люди имели какой-то на самом деле особый материальный интерес. Пошли они проверять бюджетные томографы. Да, действительно, томографы покупались за бюджетный счет, но потом как-то бюджет не выделяет особо денег на их содержание. А это все очень дорогое удовольствие. И они пошли вскрывать язвы, рассказывать, почему это вы тут деньги берете за то, что к вам люди приходят на томограмму. В общем, где-то добились того, что просто на них махнули рукой и закрыли, потому что, чтобы не связываться. Где-то просто действительно перестали брать деньги, вышли из строя, там какие-то детали на томографах, что-то еще. Они перестали работать.
А по городу масса бюджетных. То есть не бюджетных, а частных. Сумасшедшие деньги это стоит. Ну, реально, очень дорого. На них нету никаких законов. То есть, таким образом, они просто благополучно, не знаю, то ли в силу добросовестного заблуждения, то ли в силу какого-то червоного интереса, они просто выбили конкурентов, которые позволяли и какие-то социальные, по социальным программам каким-то работать и так далее, у тех самых частников, которым они ничего сделать не могут, и те себя прекрасно чувствуют и, думаю, ежедневно благодарят их за такую бескорыстную или корыстную, я уже не знаю, помощь. Пожалуйста, Вадим. Правильно, скажем так, сегодня общественные организации, они должны быть экспертами. Перед тем, как что-либо ломать, нужно предлагать свои какие-то пути выхода с этой ситуации. У нас сегодня есть еще одна очень большая проблема, это земли маяка, да, где подняли, скажем так, волну на общественники о том, что там незаконно выдали, незаконно там приватизировали, начали строить. И на сегодняшний день получается такая маразматическая ситуация, когда люди, получив акт на землю, который внесен в кадастровый учет, построив дом, сегодня порядка 180 исков и 180 семей должны выкинуть на улицу. То есть вопрос, кто будет, депутаты возвращать деньги людям, которые там начали строить и платили все согласования, деревянка там, который поднял этот вопрос и бегает с плакатами там, либо государство, мы, налогоплательщики, будем возвращать людям деньги, потому что возвращать им придется. Вот. И вопрос основной, нам что дороже, как бы там пару деревьев или 180 семей, которые останутся просто на улице, потому что кричали там прокуроры, мажоры, мне написали заявление, там есть учителя, там есть программисты, там есть просто нормальные люди. И есть спорные участки, которые вообще там ни туда, ни сюда. Они взяли за основу документы 66-го года, где-то нашли при Советском Союзе, и сегодня специализированный суд Киева первое решение отменил. Потому что государственный акт на землю является просто, это такая, если мы это нарушим, то, ну все, нам махновщина, ну, мы обречены. Не, ну то есть я так понимаю, что в данном, подожди секундочку, вот представитель Спаса, Виктор, я вас вижу, вот, руку держит. Сейчас к вам с микрофона, вас не слышно. Я просто хочу понять, просто у вас как бы несколько тезисов сразу прозвучало. Мне кажется, что если общественность, действительно представители общественности неравнодушны, во всех смыслах позитивные, вот, не имеющие никаких личных интересов в этом, поднимают какую-то проблему, то, безусловно, к этому должны подключаться органы милиции, а всего остального. К сожалению, вот деятельность того же самого Матвеевского леса показывает, что их обращение в органы правопорядка совершенно неэффективны, а органы правопорядка, при всем том, что они, конечно, не могут официально одобрить их деятельность, но очень им благодарны за то, что они делают то, что не может сделать милиция. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Ой, говорите, пожалуйста, да, вот Александр. Я хотел вернуться к вопросу медицины, который вы затронули. Значит, у нас существует такая громадская экспертная рада при горисполкоме, которая сейчас реформируется. И, в принципе, это неплохой институт как раз для решения таких вопросов, где громадскость поднимает сам вопрос, но им не хватает экспертов. Поэтому вот здесь как раз и происходит в этот момент, что у нас закрывается. То есть должна создаваться при горосполкоме вот эта громадская экспертная группа, где ходят активисты, которые поднимают саму проблему, но в эту группу подтягивают специалистов, опять-таки, которые хотят какие-то шаги сделать до морди. И вот эта группа разрабатывает схему. Вот когда мы проходили, то есть сама схема решения этого вопроса. И вот если народ научится таким способом действовать, тогда у нас не будет вот таких вот проблем, что мы, прибивая одних, помогаем другим. Поэтому вот такие вот форумы, такие круглые столы, обучение наших активистов правильно действовать. У нас инструменты есть. Поэтому просто многие активисты не знают и не пользуются всеми инструментами, ну, чтобы решать проблемы. Спасибо, Сергей. Вот, пожалуйста, я очень благодарен представителям горосполкома, потому что действительно сейчас вот происходит прямой диалог власти и общества, и я понимаю, что в том числе и здесь, для наших зрителей, потому что у вас этот диалог уже есть, появляется понимание того, что этот диалог уже ведется. Пожалуйста, Александр. Я хотел бы еще один, который мы вопрос, вот именно вернуться к громадским формулованиям. Коллега тут сзади поднял этот вопрос о профессионализме полиции. Деканаидзе выступала недавно, вчера или позавчера выступала о том, что у нас сильно увеличилась преступность по сравнению с прошлым годом в два раза. Вот. Почему это случилось, вы знаете? Я скажу, она
три поставила, почему это произошло. Я скажу четвертое, которое она не подняла. У нас мы набрали новую полицию, и по статистике только 7% бывших сотрудников полиции вошло в этот состав. Люди, которые прошли двухмесячные курсы, могут победить преступность сейчас, прийти с улицы и победить. У нас в горосполкома два человека пришло в нашу новую полицию. Один был электриком у нас, один охранником, дежурным, вернее. Я просто к тому веду, что сейчас у нас с 22 числа начинается переаттестация в органах Главного управления национальной полиции. Я не хочу, чтобы ставили ярлыки, как было при гаишниках, на лоб. Он, ты кто, гаишник? Клеймо, взяточник и так далее. Я хочу, чтобы мы оставили действительно профессиональных людей, честных, порядочных, оставились в органах внутренних дел, чтобы они дальше помогали. И вот тогда действительно пример Америки очень хороший пример. Но общественное формирование там заменены правильно институтом шерифов, которые нанимают и помогают обществу, платит деньги им и контролировать, и обеспечивать. Дай Бог, чтобы Украина дожила до такого уровня Америки, и смогла содержать все эти структуры, обеспечивая им достойное существование, и граждане спокойно спали ночью. Я вам просто один пример приведу с Америки. Когда, помните, снегопад у нас выпал? Такой же снегопад выпал в Америке. Только у нас было 50 сантиметров снега, у них 80. У них через два дня уже снега не было. Потому что только в Нью-Йорке вышло 5,5 тысяч единиц на уборку снега. У нас 29, да? Это первый вопрос. Второй, когда полицейские подъезжают, я Ахрамееву, начальнику управления патрульной полиции города Николаева, сказал, привел пример американцев, когда сидит американец, у меня сын в Америке живет, в Нью-Йорке, я поэтому привел пример, когда полицейский в кафе сидит, он вечером начался снегопад, он подходит и опрашивает посетителей кафе, вам нужна помощь того, чтобы добраться домой? Вот. А потом, когда, говорит, я сел все равно в машину, еду домой, я сказал, мне помощь не нужна, полицейский меня провожал до дома, сзади на машины сопровождал, а потом увидел, что я заехал домой, он повернулся и вернулся к кафе. Вот это уровень. Спасибо. Игорь Пох, я боюсь, что он так и промолчит всю передачу, а у него всегда есть что сказать. Он наверняка расскажет, как это делается в Израиле. Совершенно верно. Угадал. После Америки, Израиль, но тем не менее. Спасибо за предоставленную возможность. Вот смотрите, общественное формирование по охране общественного порядка. Да? Вот как это у человека в мозгах все это складывается? То есть обеспечение безопасности, ну, в определенный период суток или полностью, да, вот. Вот как бы мне это виделось, и то, что я действительно видел в Израиле, в одном из маленьких городков. Там вечером, прогуливаясь с одним из своих родственников, я увидел, уже вечерело, уже такое смеркалось даже, можно сказать, увидел джип. То есть улицы пустые практически, и джип такой медленно-медленно разъезжающий по улицам. Я у дядюшки спрашиваю, говорю, а что это кто, полиция или военная, непонятно вообще. Он говорит, нет, это военизированная охрана, военизированная, вооруженная автоматами охрана. Откуда она взялась? То есть жители поселка, небольшой городок, там, по-моему, тысяч там, до 30 жителей, они нанимают, то есть платят деньги, заключают договор с одной из, ну, скажем, имиджевых вот таких охранных структур, специализированных, да, и они вечером, вот они заступают на дежурство и объезжают весь этот городок, ну, например, там с 5 вечера там, до 5 утра или до 6 утра, до того момента, как начнет солнце всходить. И обеспечивают таким образом безопасность, ночную и вечернюю безопасность жителей этого городка. То есть это совершенно нормальная практика, ну, абсолютно нормальная. Это кроме полиции, то есть полицейские машины там изредка заезжают, но если ничего не случается, они просто, может, какая-то патрульная машина заедет, все нормально, она уезжает. А эти на джипе, они все время патрулируют улицу. Вот. Так вот, я себе просто подумал, а почему бы нашим жителям точно таким образом, ну, я не знаю, там в законодательном поле как это соотносится, нет, возможно и нет, но возможно когда-нибудь к этому и придет, что жители, например, какого-то микрорайона просто будут нанимать себе охрану.
которая будет вот на таких же автомобилях патрулировать микрорайон вечером. Игорь, почему нет? Масса то есть это вместо этих дружинников. По этому поводу непрощенный, например. Да, пожалуйста. Справа в тому, що навіть в країні Ізраїль не жителі укладають договори на здійснення послуг охорони громадського порядку, а укладають певні органи, які є органами самоврядування і представляються як жителі. Знаєте, в нас яка проблема? Ми по-перше, це проблема законодавства одне, а по-друге, якщо наша міськрада зараз ще проведе тендер і визначить охоронну фірму, яка буде патрулювати місто, то і в нас, і в громадських діячів, і в депутати поставлять, куди ми ще діваємо гроші, да? Бо в нас є поліція. Але я хотів повернути питання до поліції, до нової поліції, яка створена. Ви знаєте, ми дуже багато ставимо перед цим новим органом завдань, але давайте все-таки дивитися, що поліція і система органів МВС – це дуже багато складова контора, да? І саме оця нова поліція, патрульна поліція, не треба говорити, що ці хлопці пройшли 2 місяці навчання і так все за цього там досить заважає. Адже фактично вони перейняли функції, які раніше виконував функції ППС. А хто у нас функції ППС? Це хлопці, які після школи йшли в армію, фактично служив ППС, да? Виконували. Але зрозумійте, саме на нову патрульну поліцію покладена функцію перейти від органу примусу до органу, як в початку передачі ми казали, надання послуг. Органу державного сервісу. І сьогодні вже є. Ми бачимо, я особисто бачив, коли поліцейська машина зупинилася, з неї вийшов поліцейський, достав пакет, а потім допоміг вийти молодій жінці з маленькою дитиною і провів додому. Це державне сервіс, це супер. Але є ще у нас кримінальний розшук, у нас є слідчі, у нас ще інші є підрозділи, які ми повинні забезпечити працювати. Але не дивлячись на це все, я стою на позиції, що громадські формування повинні бути. Тому що громадськість повинна контролювати державні інституції. 100%. Але при цьому всьому я хотів би повернутися до поняття держави і закінчити розмову стосовно там, зброї і так далі. Що держава – це певна форма організації суспільства, що має чітко встановлену територію, населення, що проживає на ній, та апарат здійснення суверенної політичної влади, що спирається на монополію можливого насильства. Тільки держава має монополію на насильство. Христос Иванович, вы хотели что-то сказать, и потом у вас еще здесь есть неговорившие люди. Пожалуйста. Я в продолжение вот то, что сейчас поднимали тему, с большим уважением, естественно, отношусь к общественности, но хотел тоже заметить, что когда общественные организации или кто-то тоже от общественности, значит, предъявляет какие-то требования, хотелось бы, чтобы эти требования были компетентными, потому что разговаривать можно на равных. Когда получается таким образом, как в том анекдоте, когда муж говорит жене каждый день похудей, похудей, а то уйду, жена похудела и ушла. Вот, поэтому как бы не получилось, что вот что вы там делаете? Мы уйдем, вы сразу узнаете, что мы там делаем. Поэтому это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса, которую тоже вот мало кто затрагивает. Сейчас проходят постоянно какие-то реформы. Что такое менять постоянно начальника областного управления органа внутренних дел? Это не даже директор завода, который тоже, в общем-то, должен на своем месте долго находиться и знать обстановку. Органы внутренних дел, они врастают в эту территорию, они знают преступные элементы, они знают обстановку, все, и прийти откуда-то и навести порядок, а потом через 3 месяца опять уйти, это все бьет, конечно, и по состоянию криминогенной обстановки. Мало кто знает, что сейчас настолько раздробили милицию, а теперь полицию, что у нас УБОПа нет, городского управления нет, ОБНОН подчиняется Одессе, патрульная полиция подчиняется Киеву. Как организовать взаимодействие? Мы только сейчас, вот спустя 4 месяца, какое-какое взаимодействие пытаемся наладить с патрульно-постовой полицией. Вот. Опять же, какие-то перегибы. Раньше ходили пешком патрули, где-то с собаками, полк милиции, там маршруты какие-то, значит, на себя брал. Сейчас мы видим только проезжающие мимо машины. Кто-то считает, что это здорово. Там 53 маршрута, мы охватываем больше, чем пешком, да. Но пехота без, танки без пехоты, они все равно не выполняют полностью задачи. Тоже такой вариант. Значит, и что хотелось сказать про формирование.
мы сейчас очень большую на них порой возлагаем надежду и ответственность, что порой такое выслушаем, опять же, от людей, которые некомпетентны, не считая закона, предъявляют требования, что вот мы там в широкой балке наркотиками торгуют, я там не видел члена формирования. Или мы вскрывали квартиру с оружием, я там не видел члена формирования. Извините, это ему не присуще там находиться. И опять же, член формирования, работающий на общественных началах, он должен быть чем-то мотивирован. Много устарело, конечно. Мы тоже на месте не сидим и думали на эту тему, что, может быть, лучше иметь какой-то один отряд на город, который получает какую-то действительно там зарплату и ставятся ему задачи. Вот. Но это тогда уже мы ближе переходим к муниципальной милиции. Ведь уже порядка 8 или 9 лет висит закон про местную милицию, и он так и не принимается. А что такое местная милиция? Это как раз та дыра, которой сегодня не хватает. Это, например, на сегодня у нас по штату 120-130 участковых по городу. После сокращения, которое планируется провести в ближайшее время, их останется порядка 40, втрое. Кто работать с населением будет? И при том, что их привлекают постоянно к раскрытию преступлений такие органы, как следственное там управление. Вот. Мы не втручаемся в деятельность полиции в плане криминала, следствия, там, наркоты и прочее. Вот. Но охрана общественного порядка некому становится заниматься. Пускай тогда уже будет местная милиция. Вот. И тогда мы больше сможем решить задачи. Саш, ну я думаю, что эту проблему мы здесь не решим. А вот то, что мы точно можем решить, это дать высказаться тем, кто еще сегодня не говорил у нас. Пожалуйста. Глава общественного формирования «Бастион» Александр Левицкий. Я хотел бы сказать, да, полиция, то, что вот Игорь Алексеевич сказал, сразу ставят тавро на лоб, когда проходили переаттестацию бывшие милиционеры, гаишники. Я бы с этим не согласился. Дело в том, что все прекрасно знают, как работали ГАИ и какие им ставились планы. С каким он носил? Ну, это в тех планах и носилось. Сколько должно было занестись наверх и откуда все это пошло. Естественно, все должны были проходить переаттестацию, и многие встречались и на дорогах, и по жизни с людьми, и много ситуаций обсуждалось, рассказывалось, и выступали люди, и писали в СМИ, кто был посмелее. Это первое. Второе, по общественным формированиям. Да, общественные формирования сейчас нужны, они выполняют определенную роль. Мы существуем относительно недавно, чуть больше года, полтора года получается. Есть определенные результаты. Хотелось бы что отметить, какие есть проблемы. Проблема есть в сотрудничестве. Так как мы не имеем права работать в правом поле без сотрудничества с полицией, ныне, раньше милицией, то хотелось бы, чтобы с полицией мы сотрудничали более плотно, в том плане, что недавно, допустим, в нашем формировании есть некоторые случаи, вот можно перечислить. У нас осталось 4 минуты, пожалуйста. Все. Перечислить несколько случаев, когда были нападения на наших людей, в том числе я хотел сказать за оружие. Оружие, которое есть у некоторых членов формирования, это дело сейчас очень недешевое. Оружие быть должно, у кого оно может быть, должно. И то, что носить его, или там оно должно лежать только дома, а вы носите его только на задание, я с этим тоже категорически не согласен. У меня был случай, я не был на задании, но на меня было нападение лично на меня с ножом. Не было оружия, я не знаю, чем там закончилось, но я потом целый час ждал полицию, чтобы она приехала, составила протокол. Спасибо. Если у вас вот буквально полминуты вложить, если вы хотели прокомментировать, да? Да, Но буквально полминуты. Просто наша организация, которая вот существует еще с 2013 года и в законном порядке юстиции зарегистрирована, имеет свое финансирование как частная юридическая практика, ну, уставные благотворительности, которые пожертвования, и также членские взносы. Но мы обращались неоднократно в местную мэрию с большими предложениями о том, что нужно модернизировать нынешнее положение по охране общественного порядка с целью того, что она должна быть, во-первых, профинансирована нормально, одета, обута, да. И зачастую много проектов, которые позволят
Все, улучшить мы, правда, не успеваем. Все, спасибо. Мы об этом уже говорили. Анатолий Ильич, поскольку вы сегодня очень мало говорили, хотя никогда не отказывались прокомментировать то, что было в рамках вашей компетенции, у нас осталось полторы минуты, и, пожалуйста, вот воспользуйтесь ими для того, чтобы с точки зрения полиции подвести итог нашей сегодняшней дискуссии. Ну, я думаю, что тема затронута очень серьезно и затронута сегодня правильно. Меня удивляет с самого начала нашей беседы то, что сидящие здесь в зале, я видел буквально год назад, когда они стояли плечом к плечу во время этих событий, которые проходили у нас на площади, общались, и никто не позволял себе в сторону друг друга высказывать какие-то претензии. Сегодня, когда уже все устаканилось, у нас возникают вот такие непонятные конфликты, мы где-то как-то друг друга обвиняем в чем-то. Что касается института общественных формирований, я считаю, что он имеет право на жизнь и он должен развиваться дальше. С учетом сегодняшних дебатов, я думаю, каждый из нас сделает соответствующие выводы и сделает все, что в его силах для того, чтобы этот институт все-таки работал так, как его видит население, так, как его видят все государства, органы. Дякую, Анатолій Валерійович. Я розумію, що оскільки у нас дуже багато людей, то напевно залишилися ті, хто хотів би щось додати, але вже час не дозволяє. Вибачте, панове, справді час неблаганний. Але я дякую усім, хто був з нами. Я дякую усім, хто взяв участь в нашій програмі. Я дякую навіть тим, хто полишив цю студію. Адже ми справді обговоримо дуже важливі речі, речі, які насправді стосуються кожного з нас. І я дуже радий, якщо сьогоднішня наша дискусія не тільки дала можливість вам зрозуміти якісь питання більш глибоко, не тільки дала відповіді на ці питання, а що і найголовніше, ми знову ж таки вкотре вже раз у цій студії продемонстрували, що діалог між громадськістю та владою існує, що влада йде на цей діалог, що громадськість зацікавлена на цьому діалозі. А якщо так, то давайте спілкуватися, давайте разом вирішувати наші спільні проблеми. Дякую, що були з нами. Зустрінемося наступного тижня. На все добре.